Привет, друзья! В этом видео я сделаю обзор на мой велосипед. Кстати, вот он. И главная моя цель, зачем мне нужен этот велосипед? Чтоб кататься на даче, по лесам и по полям, как синий трактор. Сделаю сам обзор на велосипед. Вот такие тормоза оба. Вот такой звонок, который не работает. Вот такие большие колеса, на нем можно зимой ездить и по песку. Вот такой двигатель 2 турбо. У велика такие колпачки модные. Когда быстро на нем разгоняешься, они светятся. Можно переключать скорость до 7, чтобы ты улетел в дерево. Вот такое сиденье. И такой я, который сижу на велике сейчас. Завтра я пойду в школу, потому что завтра 1 сентября. Завтра я, короче, буду стоять в таком пиджаке, белая рубашка, галстук. И цветы у меня будут в руках. Я буду дарить учительнице эти цветы. И мы еще что-то будем писать в школе. Напишите в комментариях, хотите вы завтра пойти в школу. Я лично хочу. Хоть я прочитал 2 книги из 20, но я все равно хочу в школу. И хотя меня там все ждут уже в школе, хотя меня там вообще никто не ждал. Да ладно! С моего велосипеда невозможно упасть! Сказка. Вместо сердца камень, вместо чувства маска. И что? Больно все равно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока.